Концерты под окнами ветеранов прошли сегодня в Красноярске. Перед участниками Великой Отечественной войны выступил духовой оркестр и ансамбль «Голоса Енисея». Ивану Шпагину уже 102 года, но это не помешало ему спуститься с 4-го этажа во двор и лично поприветствовать артистов. А вот Николай Мешков, которому скоро исполнится 97 лет, наблюдал за концертом с балкона своей квартиры. Послушать песни военных лет пришли и местные жители. После выступления ветеранам подарили корзины с фруктами и цветы. Спасибо, что организован такой праздник. Он очень мне, как говорится, рад для меня. И хочется дальше жить. Хоть желаете много, ну хотя бы немного, но надо еще. Спасибо вам.